Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я уже говорила, сегодня 23 февраля, я продолжаю сеять томаты для теплицы. И вот во время работы я хочу поделиться с вами небольшим таким секретом или как совет дать. У многих проблема, когда высевают много сортов по несколько семечек, и вот проблема, как не перепутать эти сорта, как их разделить в рассадном ящичке. Я уже показывала, что у меня есть вот такие вот магазинные решеточки. Но у меня их немного, я их один раз купила, больше я не видела. Конечно, это идеальный вариант. Вот сейчас я решетку уложила туда и подготовленную землю вот так рассыпаю. Я уже показывала, об этом не буду заострять внимание. Потом я в каждую ячейку высеваю по несколько семечек, по 4, по 6, можно даже по 2. Можно перец без пикировки выращивать в таких решетках. Но что делать, если нет решетки, а разделить все-таки нужно? Я очень часто, много лет, пользовалась вот такими пластинками из-под пивных банок, из-под пепси-колы, ну, любые. И сейчас, когда у меня решетки закончатся, я потом буду вот эти. Ими очень хорошо, ими можно даже сделать имитацию вот этой решетки. То есть, если также мы расставим, делать просто прорези, втыкать друг в друга, и можно сделать решетки. Я делаю проще. Я сначала делаю, выставляю, сейчас покажу, выставляю вот такие поперечные полоски, потом нарезаю и выставляю несколько вот таких вот. Так, сейчас покажу. Вот одну, потом вторую. Ну, вы поняли, по такой схеме, что можно также сделать вот такие же точно решетки из своих подручных средств. Одну вот так поставите, вот так вот две коротких поставите, все. И потом только вам останется на листочке нарисовать схему посадки и приклеить по углам первые и последние наименования. Остальное все посмотрите у себя потом в тетрадке. Очень удобно. Они не гниют. Вот эти я нарезала уже давно, пользуюсь несколько лет для всяких. Этикетки вешаю на них. Они не гниют, их ополоснешь, и можно на следующий год опять применять. Вот. И благодаря вот таким разделениям, во-первых, не перепутываются корни у растения. Потом просто возьмете этот квадрат земли вместе с сеянцами и перенесете для пикировки. Очень хорошо, выемка. Все, до свидания. Вот такой практический совет для того, чтобы посеять много-много сортов. Вот сейчас я буду сеять 18 сортов, иногда сею 24 сорта. Чтобы все их разделить, обязательно нужны вот такие переборочки. Все.